Привет! Я снимаю в немножко необычном месте, потому что я сейчас дома в Калининграде и решила вам снять «О, да, я в восторге», потому что я впервых не снимала в прошлом месяце, и вы меня все просите сделать такое разговорное видео. Меня всегда спрашивают про вот эти фотографии, которые я иногда выкладываю. Это в принципе полароиды, но в принципе не полароиды. Полароид камеры очень дешевые, но вот этот фильм, да, как она называется, пленка, вот эта, она очень дорогая, если ее даже можно найти. Так что Fujifilm создали, в принципе, такую же камеру, она огромнейшая, это мне безумно не нравится, потому что куда вот такую камеру засунешь, блин, нереально как-то с собой носить каждый день. Мне кажется, когда фотографии вот такие распечатанные, у них есть какая-то душа, или они, ну я не знаю, они как-то более живые, что ли, чем обычные iPhone фотографии, где ты там позируешь, потому что здесь ты не можешь там редактировать эти фотографии, ты не можешь их заново сделать. Но в этом и есть сама изюминка, если можно так сказать. Дает им характер, и не знаю, где ее можно купить в России, понятия не имею. Я ее купила в Канаде, в Urban Outfitters, и там я покупаю саму пленку. В этом месяце многие из вас заметили. Я не знаю, как вы это замечаете, потому что я вот про других блогеров такие, или просто про других людей. Я вещи вообще, я ничего не замечаю, никого, если кто-то новые джинсы купил. Многие из вас мне пишут: о, Соня, у тебя новые джинсы, о, Соня, у тебя новая футболка. Это реально меня пугает. У меня был 5S. И впервых у меня там с камерой какие-то были проблемы, и у блогера, если есть проблемы с камерой, это уже крестик большой. У меня там памяти вообще не было. Я не могла себе загрузить ни одно приложение и не могла ничего фотографировать. Так что, в принципе, я просто продала этот iPhone и купила себе новый 6. Здесь у меня дофига памяти. И я не думала, что он мне понравится так сильно. Я не знаю, я обожаю этот iPhone. Я не могу объяснить почему, но мне кажется, это была самая моя умная покупка за последнее время. Странная заметка, но мне очень нравится приложение Health или Здоровье здесь, потому что он считает, сколько много километров ты ходишь в день. И если вы хождун, как Соня Есмин, тогда это очень вам помогает знать, насколько же вы были хождуном в этот день. Tumblr, о май гад, у меня обсессия с Tumblr. Tumblr — это реально вот то, что у меня в голове, это визуально у меня на Tumblr. Если вы иногда думали, кто же такая Соня, вот зайдите на Tumblr. Это сама Соня. Если вы есть на Tumblr, приходите ко мне, подписывайтесь на меня. Если вы знаете, где найти классный чехол для 6 айфона, какой-то онлайн-магазин, пишите мне в комментариях, потому что я реально, я хочу матрешку мою, я скучаю по матрешке. Честно говоря, у меня косметических фаворитов вообще нет. Я ничего нового не пробую с косметики, я не увлекаюсь косметикой особенно. Если что-то, я не знаю, вот реально, если вы смотрели мои видео из Лондона, там, собирайтесь со мной в Лондоне, вообще ничего не изменилось, потому что, мне кажется, этот макияж мне идет больше всего. И реально, у меня сейчас кожа лучше, чем она когда-либо была у меня в жизни. Проблема в том, что я не могу объяснить почему. Я ничего там особенного не делаю, честно, я не использую никакие маски. Я реально, мне кажется, что состояние кожи — это все-таки гормоны и гены, а не сколько много ты пьешь там воды. Я не знаю, честно, потому что я бы хотела вам сказать, что я там полезно питаюсь или что-то, но это правда, это вранье. Я просто делаю все, что хочу, но кожа у меня отличном состоянии. Это не... Я не знаю, к чему это. Правда. Вот хотела просто это сказать, потому что раньше я думала, я верила, что это все зависит от питания, но оказывается, что не совсем. Но единственное, что я хотела вам показать, это я нашла в этом месяце скраб от Lush. Я Lush обычно... У меня так ноги болят, вы не представляете. Для губ. Я давно такое искала. В принципе, вы можете этот скраб самим сделать с сахаром и с медом. Просто тереть губы, мертвая кожа просто скрабывается сахаром. Я не знаю, это самая идеальная вещь. Но если вам лень это делать бесконечно, если вы путешествуете, или я не знаю, что вы делаете, вы занятые люди, у Lush есть обалденный такой скраб, он пахнет мятой. У них есть какой-то скраб с попкорном или что-то там. Я не знаю, как ты скрабываешь губы, и потом можно облизывать это все и кушать это, потому что это всего лишь сахар, в принципе. Сахар, всякие масла какие-то полезные, я не знаю, но просто каждый раз после того, как я использую вот это, у меня губы супер мягкие. Еще я не смогла не показать вам такую штучку, которая спасает мне жизнь практически каждый день. Это Мофи, это такая зарядка, батарейка, короче, которую я купила в Америке, не знаю, где я ее купила. Вещь не дешевая, но, наверное, самая умная покупка моей жизни, потому что если у вас iPhone, еще одна причина, почему я обожаю 6 iPhone. Он, батарейка, весь день, это про... Может, из-за этого он мне нравится. Реально, весь день у меня батарейка сохраняется, я его не должна заряжать ни один раз. А я снимаю там видео, редактирую фотографии, там, имейлы отвечаю, вот весь день. Я не знаю, что это, но просто вот кто-то ответил на мои молитвы. Просто вы заряжаете вот такую штучку, батарейку, и потом втыкаете всякие USB-корды, и у вас заряжается там iPhone, вы можете ходить и заряжать iPhone. Странно, есть такие песни, которые даже не хочется делиться, несмотря на то, что они были мои самые любимые, потому что они настолько мне дорогие. Я, может быть, неделю назад влюбилась в песню
Иван Дорн, который называется «Прониклась мной». Я эту песню давно уже любила. Я всегда говорю, что это единственная русская песня, которая мне нравится. Не знаю, мне просто очень нравятся слова эти песни, мне нравится ритм. Я даже сыграла ее в машине, и папа такой: «О, классная песня», так что... Папа пруд. Если вам нравится Drake или The Weeknd, возможно, вам понравится один пацан, которого зовут Life Harris. Он неизвестный, это очень странно, мне кажется, что он станет очень известным, потому что он... Или Party Next Door, я не знаю, типа такой R&B, такой стиль музыки, да? Не рэп. Короче, мне очень нравятся его песни. Мне сложно сдерживать правую руку, что сука так и лезет тебе на бедра. Она все прет на тебя, и я держу ее твердо. Вот черт, ведь все должно быть красиво, и мы с тобой два эксклюзива немых. Ведь надо делать и не говорить. Вот бы тебя отлюбить прямо здесь, лезь ко мне. Раз мы увидимся, наверное, в Канаде, я не знаю, может быть, я не знаю, напишите мне, какое видео вы хотите, потому что я знаю, что вам нравятся и влоги, и вам то, что приносит мне безумное количество счастья, выредактировать красивые видео, какие-то, не знаю, вдохновляющие природы или просто людей, моментов, каких-то чувств, и как-то ложить это под песни классные, совпадающие, и это приносит мне такую эйфорию, что просто не передать. Это то, что я хочу делать в моей жизни, и стремиться к чему я хочу. Но я понимаю, что вам нравится, как я обсуждаю всякую фигню тоже, так что, не знаю, пишите, может быть, вы хотите там вопрос-ответ видео или какой-то таг очень известный, я не знаю. Я открыта к всему. Так, спасибо большое, ребята, за просмотр, и до следующего раза. Пока.